Jenny would dance with her ghost, the ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved her the most, the ones who'd been gone for so very long, she couldn't remember their names. They spun her around on the damp old stones, spun away all her sorrow and pain, and she never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave. The kings who are gone, Jenny would dance with her ghost. Вот это красота! Сейчас за кулисами все плачут, глядя на ваш номер. Денис Ногинцев, Анна Мельникова. Собственно, вот. Ну, какое я загадала желание. Ой, красивое. Спасибо тебе большое. Это хотели бы поблагодарить за эту возможность. Ой, Денис, очень приятно танцевать. Вот а чемпионка мира мне сейчас сказали за кулисами как раз в этом направлении. Неоднократно и в этом направлении. А вообще такое можно показывать по телевизору до 9 вечера? Это в конкурсе где-то? Это направление, которое достаточно, ну, наверное, уже лет 50, особенно за границей, популярно. Exhibition, когда элементы латиноамериканских танцев с поддержками, со сменами. И общем, это тоже есть такие соревнования, да? Да, 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 конечно. И на Блэкпуле, кстати, на легендарном проходит. Да, я на самом деле своим партнером из Португалии начала танцевать 2 года тому назад. А Денис выиграл чемпионат мира со своей партнершей. Блэкпульский фестиваль. Да, Блэкпульский фестиваль именно в этом направлении. Поэтому... Ну, это вообще микс танцев. Да, очень микс танцев, потому мне просто мне было интересно, это специально для программы было сделано, или это у вас есть в репертуаре? Ну, это танец, наша... мы вообще на самом деле вместе танцуем 3-й раз. Да ладно? Да, мы у Ани свои, свои партнеры, как бы это странно не звучало, сценически. А у тебя Варнава? У меня Варнава, естественно, главное. Ну и в том числе есть свои профессиональные партнерши. А вот с Аней мы, ну, практически не танцевали никогда. Ну, сейчас у нас уже немного посыпались. Вы знаете, у вас шоу, неплохо получается. Приглашение. Спасибо. Собственно, вы знаете, мы теперь не знаем, как оценивать дальше, потому что мы видели вот это. Мы ждем на самом деле баллы от вас, дорогие друзья. А я, если честно, все хочу спросить. Вы столько лет вместе, а он когда вообще ведет тебя под венец? Или он ревнует тебя к твоим красивым португальцам? Мне кажется, Черный что... Шоу. Слушай, мы превращаемся в «Давай поженимся». Какой сегодня вечер, да? Это мы узнаем в конце эфира. После награждения мы узнаем, когда это случится. Хорошо. Хорошо, так, это мы ждем имя, узнаем, когда это случится. Даже меня сбраковал. Готовы пойти на все, я имею в виду Денис и Катя. Значит, Катя нам скажет, с кем. Денис сделает предложение, если мы... Нет, он не делает предложение, он называет дату. А вот он.